И еще раз. Если вы заметите в поселке кого-то подозрительного, неважно, возле школы или на лесной тропинке, сразу сообщайте в милицию. Телефон-то знаете? 02! Спасибо, ребята. Спасибо, Лилия Павловна. И это... Одноклассника вашего мы найдем. До свидания, лейтенант. Простите. Я слушаю. Вчера утром по дороге в школу я видел незнакомого человека. Да откуда ему знать, чужак это или кто-то из местных? Он же в поселке без году неделя. Спокойствие. Антон, а сможешь детальнее описать? Я нарисовать могу. Я рисую немного. Нарисовать? Лиль Павловна, мы тут проведем следственный эксперимент. Пожалуйста, пожалуйста. Ну что, Ван Гог, рисуй. Пожалуйста. И кто это, по-твоему? Лилия Павловна, не узнаете? Случаем не ваш трудовик? Какая отвратительная рожа. Да это батя Петрова! Вообще. А ну цыц. Все ясно. Что тут еще скажешь? Ну, занимайтесь. Придурочный.